Друзья, приветствую! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Очередная новиночка, опять же, от Сяо компании. Новый самокат Сяо Mi Electric Scooter Essential. Новинка 2020 года, европейская сборка. То есть, как вы знаете, помните, что у Сяо бывает две версии, китайская версия и европейская. В данном случае мы с вами познакомимся и посмотрим, распакуем, посмотрим комплектацию, что у нас за самокат. И что из себя представляет? Давайте распакуем его. Вообще 2020 год на самом деле не удивляет, не перестает удивлять новинками. Очень много производителей в 2020 году радуют новинками. Ух ты, там сразу рулевая колонка, наклейка, сразу глаза бросается. Итак, давайте по порядку, что у нас здесь. Инструкция стандартно на русском языке. Все у нас с вами указано, в том числе на разных языках, в том числе на русском. Что немаловажно. Пенопласт плотный, стандартный, упаковочка хорошая, надежная. Здесь у нас с вами все так же упаковано. Давайте посмотрим, здесь у нас с вами идет ключик с шестигранниками, шестигранный ключ с болтами для рулевой колонки. Переходничок, переходник, кстати, многие задают вопрос, а в чем отличие европейской сборки, да, то есть европейской версии от китайской. Ну, самое как минимум, это то, что уже вилка идет наша. Розетка 220, это розеточка идет, да, на китайской. Там идет китайский, нужно докупать переходник, да, то есть, ну, соответственно, как минимум эстетически не очень, да, то есть, ну, и опять же, как компания Сяо заявляет якобы, что европейская версия, она идет более качественная сборка, да, то есть, поэтому, ну, вот как-то так. Зарядное устройство у нас идет с вами 2 ампера. Покажем, 2-амперное. С индикацией. Красная лампочка горит, он заряжается. Зеленый, он уже заряженный. Ну и стандартно переходник. Переходник для подкачки колес. Многие клиенты спрашивают, а насосы бывают в комплекте? Сразу скажу, что насосы у Xiaomi не предназначены в комплекте. Поэтому, друзья, здесь насосов не бывает в комплекте. Докупить сюда возможно, но в комплектации они не идут. Итак, давайте достанем. Самокат. Кстати, я думал, что европейская версия будет, знаете, покрышки в комплекте. Но покрышек в комплекте у этой версии, у этой модели, по крайней мере, ее нету. Поэтому печалька. Ну, давайте посмотрим. Ну что, друзья, собрали мы с вами самокат. Давайте с вами знакомиться. Новиночка, опять же, от компании Сяо, Сяо Essential. По заявлению производителя, у нас с вами моторы остались такие же, как на М365, это 250 номинальный мотор, пиковая мощность 500 Вт. Изменился здесь аккумулятор, конечно, также и внешний дизайн. Аккумулятор здесь идет у нас с вами 5,2 ампер-часа, литион и LG. На самом деле хочется его разобрать. Я думаю, что мы в следующем видео разберем обязательно самокат и данную модель, и 1S тоже с вами. Посмотрим, как аккумуляторы изменились ли или остались такими же. И, конечно же, интересно, в данной модели все-таки также используется LG. Опять же, по заявлению производителя Xiaocat, то есть Xiao использует здесь LG элементы. Поэтому, ну, в любом случае, разберем, в другом видео снимем, поделим с вами информацией. Итак, давайте по порядку, что здесь изменилось. В данном самокате... Ну, в принципе, если сравнить, опять же, с М365, да, то есть, вообще, что здесь у нас с вами? Все совершенно другое, практически все, да, то есть, начинаем с вами с грипс. Грипсы здесь у нас с вами идут такие поролоновые, плотные, да, то есть, в принципе, мягкие, удобные, да, то есть, но, конечно же, протираемые со временем, но, тем не менее, какие есть, такие есть. Вот, а что у нас дальше с вами идет? Бортовой компьютер. Бортовой компьютер идет у нас стандартный. О, нет, не стандартный, слушайте, смотрите, прикольно сделали тоже. Используют такой же бортовой компьютер, так же, как на Pro-версии и на новинке 1S. То есть с полноценным жидкокристаллическим дисплеем. Как вы помните, друзья, здесь у нас пока с вами спидометр, максимальную скорость, режим скоростей. То есть если два раза мы с вами нажимаем, у нас переключаются режимы скоростей. Вот, человечек, это у нас с вами, наверное... О, ничего себе, прикольно, такой индикатор. То есть это... максимальная скорость, как понимаю, наверное, пешего человека. Это потому что, друзья, знакомлюсь с самокатами вместе с вами.
Вторая – это у нас драйв. И последняя – это у нас спорт. Снизу у нас беговая дорожка, это идет индикация зарядного устройства. Ну и, конечно, здесь у нас есть индикация всех остальных Bluetooth. И если какие-то ошибки дальнейшие появляются, не дай бог, конечно, в самокате, здесь все, индикация, она имеется. Прикольно, здорово, молодцы Сяо, конечно. Даже в самой простой версии добавили уже нормальный дисплей, который стоит на Pro-версиях. Что касаемо изменений, также изменилось у нас с вами, в глаза бросилась мне эта фара. Фара у нас с вами стала сразу, если обратить внимание, такая линзованная, да, то есть, смотрите, давайте с вами включим. Одним нажатием, да, то есть мы с вами смотрим, фара другая. Снимем, попробуем еще в вечернее время, насколько оно изменилось, освещение по сравнению с предыдущими фарами. Итак, также, конечно же, в глаза бросаются это крылья. Изменились наши с вами крылья, задние и передние. У переднего крыла добавилась у нас с вами также здесь такая резиновая вставка. То есть, как я понимаю, чтобы не цеплялось, наверное, крыло, не царапалось от передней части деки. Заднее крыло у нас с вами изменилось. Изменился стопарь, он же габаритный сигнал. И добавился брызговичок. Такое решение сделали. О, кстати, еще немаловажная часть, ребят. Это на одной, наверное, из версий Сяо Ката, который имеется уже усиленное, смотрите, усиленное крыло, да, то есть идет усики. То есть многие клиенты докупали ранее и ставили усики для укрепления крыла. То есть здесь уже с завода оно идет. Сразу, что еще в глаза бросается, на мой взгляд, это изменился у нас с вами тормозной диск. Не знаю, изменился, мне кажется, калипер, хотя тормозной диск, в принципе, 110 такой же остался, но бросился в глаза калипер. Но, опять же, может быть, за счет вот этих наклеек, которые стоят здесь, да, потому что ни на одной из версий Сяо Ката таких вещей не было. Добавились по бокам сзади у нас с вами катафоты, то есть раньше были какие-то наклеечки, здесь уже идут полноценные катафоты. Спереди у нас тоже с вами здесь на это катафоты идут. Гнездо зарядного устройства у нас осталось с вами такое же, в принципе. А, только единственное, смотрите, оно как-то немножко магнитного формата идет. Да, магнитного, можно сказать, да. Необычное решение. Но интересно, конечно, насколько это будет практичнее. Но, да, магнитное решение. Вот здесь такой, вот видите, магнитик идет. И вот сюда он у нас притягивается, так, оп, фиксируется. И спереди у нас с вами идет катафот. Здесь у нас сразу также в глаза бросается наклеечка идет, Миком. Здесь у нас Миком гравировка. Здесь тоже, кстати, гравировка. Вот это идет у нас с вами наклеечка. То есть серийный номер наклейка. Также у нас идет с вами все указатели и серийный номер данного устройства. Полностью самокат оригинальный. Здесь у нас с вами на обзоре европейская версия. Если вы помните, например, на Сяо Катах М365, да, то есть они у нас бывают китайские, европейские версии, да. В китайской версии у нас с вами были еще не было покрышек, да, то есть а в европейской были дополнительно две покрышки и две камеры. В данной версии мы сейчас снимаем с вами Essential, да, Сяо Кат, европейская версия. И покрышек в комплекте нет. По заявлению производителя, опять же, как заявляет производитель, устранили наконец-то эту болячку, которая была одна из самых, как говорится, такая распространенных и для многих сяокатчиков болезненная относительно, да. Это покрышки, которые оживали с внутренней стороны камеры, которые, если мы с вами не держали давление. Напомню, что во всех Сяо Катах, да, то есть до 2020 года, по крайней мере, версиях, да, это М365, неважно, китайская, европейская версия, Сяо Про версия, всегда надо было держать давление минимум 3,5 атмосферы для того, чтобы покрышка с внутренней стороны не начинала оживать камеру. То есть если меньше давления, то попадаем, к сожалению, на замену камеры. Это сама компания Сяо признала, да, то есть и в европейских версиях начала доукомплектовывать две покрышки и две камеры. В данном случае она, компания заявляет, что это устранили и уже этого нету. Поэтому здесь посмотрим, конечно, покатаемся и поделимся с вами уже опытом со временем, как
накатаем хотя бы несколько сотен километров, и уже будет понятно, насколько реально ли устранила компания и доработала полноценную версию. Но на самом деле самокат выглядит доработанно, интересен. И, кстати, как ваше мнение, друзья? Скажите, пожалуйста, ваше мнение, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии. Что касаемо тормозной системы, рукоятка тормоза у нас осталась такая же велосипедная, как и была ранее. Тормоз у нас с вами механический, задний, да, рекуперативный. Звоночек, все стандартно, курок газа, все это не изменилось у нас с вами. Единственное, что здесь с вами, если мы обратим внимание на мелочи такие, да, то, что глаза бросаются, здесь у нас проводки идут уже не красно с черным, да, то есть идет у нас с вами не красно, точнее, с серым, да, а идет черно с серым. Ну, по заявлению, опять же, производителя, максимальная скорость с данного самоката достигает до 25 километров. И пробег на одной зарядке, учитывая, что здесь стоит у нас с вами аккумулятор 5,2, до 20 километров. В принципе, самокат больше подойдет для небольших дистанций городского режима. Итак, друзья, все характеристики, так же, как его и вес, вы можете увидеть здесь на экране. Нажмите паузу, если интересно, и, соответственно, посмотрите повнимательнее. Ну что, друзья? Мы с вами познакомились с новым Сяокатом Essential. Постарался максимально с вами поделиться новиночкой. Поэтому, друзья, спасибо вам за внимание. С вами был Станислав, ваш верный друг компании Gyroscooter Shop. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Instagram. Дальше очень много новинок и много подарков для вас, для наших дорогих подписчиков, друзья. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.